Здравствуйте, друзья! Вот такой обзор небольшой о наборах Мотовилла от компании Stonfa в коробках. Значит, в принципе, надежная вещь, очень полезная, удобная, самое главное. Многие рыболовы этого не знают, что такое существует. Носят Мотовиллу там в каких-то коробочках, в пакетиках с холофаном. Значит, здесь, смотрите, 14 мотовил здесь, 14 здесь, ширина 2 сантиметра, длина 25, здесь длина 30. Вот в наборчике идут вот такие вот, некоторые не знают, для чего это нужно, вот такие крючки голубенькие. Это нужно для того, чтобы снимать мотовилы, можно их вот так вытаскивать, можно поддевать там что-то, это вот достаточно удобно. Плотная неопреновая насадка, накладка такая на... В принципе, хорошо приклеена, у меня никогда не было, чтобы она вылетала. Ну, в общем, нагрузка как раз прижатие к ней, а не иные. Ну, вот здесь поплавочек у вас намотали, натянули, закрыли, да, плотно. Все, и положили эту сумку. Не, в принципе, она вся пролачена, итальянцы плохо не делают. Поэтому дождя она, в общем-то, не боится. Ну, естественно, если там в лужу и не класть, но если она под дождь попадает, никаких проблем с ними, в общем-то, и ни у кого не было. Поэтому берите, пока они есть и пока еще не подорожали.